Справа над зневажэннем дзяржаўнага сцяга Беларусі перададзена ў суд. Інцыдэнт адбыўся ў Віцебску 2 мая. 44-гадовы мужчына ў стане алкагольнага ап'янення выходзіў з магазіна і вырашыў сарваць дзяржаўны сімвал. Свае дзеянні віцеблянін аргументаваў тым, што быў без настрою. Мужчына вышел из магазина и, проходя мимо государственного флага, который был вывешен над входом в продовольственный магазин, он сорвал полотнище, потянув за него, также погнул древко и оторвал флаг от самого древка. После того, как бросил полотнище на землю, он отошел от магазина и свернул за угол дома. Спустя несколько минут мужчина вернулся, забрал флаг с собой и с места совершенного преступления скрылся. Позже было установлено местонахождение флага. В ходе осмотра квартиры знакомой подозреваемого мужчины флаг был изъят. Зараз у адносінах да віцеблянина применена мера стрымання у выгляде подписки об невыезде и належных поводинах. Судебно-психиатричная экспертиза признала, что у период инкриминируемого яму деяння мужчина был свядомы. Максимально яму погрожая арышт, те обмежевания воли до 1 года.